Так, Сатурн. 14 июля 2019 год. Харьков, 0 часов 7 минут по Киеву. Уже в зените. Сатурн видно, что параллельно Земле плывет, параллельно линии горизонта, в смысле. По экрану перемещается, не по диагонали, как на восходе Юпитера. Юпитер на восходе Сатурна. На кольца хорошо видно, да. Сейчас близко Сатурн к Земле. Недавно было противостояние, даже пытался я снять эффект Зеллигера, когда кольца освещены. Кольца большую яркость показывает, но погодка нам тогда помешала немножко. А вот у нас то, зачем мы пришли. Сближение Юпитера и Луны. Четвертый дубль уже. И, в общем-то, учитывая, что погода была вообще мрачная совсем недавно, со сплошной облачностью, жаловаться на дымку, которая ныне присутствует, не приходится. 662 миллиона километров до нашего красавца Юпитера. И опять же, Каллисто не видно. Вижу Европу, Ганимед сдвоенная справа от Юпитера. Даже Ио я что-то слева от Юпитера уже не наблюдаю. Наверное, облачность все-таки дает о себе знать. Да, ну вот правее Европы и Ганимеда должен быть Каллисто. Не вижу я его никак, зато Европа и Ганимед блещут всеми красками, сверкают огнями. Да, ты посмотри, ни одного бросового дубля. Четыре раза запустился, четыре раза получилось снять. Первый раз, пожалуй, такое. О, что-то у нас еще и летает на фоне Луны. Уже два дня остается до частичного затмения Луны 16 июля. Будем надеяться, что грозовая погода. А тут посмотри, что ж там разлеталось-то. Грозовые дожди, которые нам обещают смилостивятся над нами и дадут поснимать. Затмение будет длиться часа три от момента касания начального до конечного. Может, за три часа что-то и поймаем. Ладушки. 12 минут первого. 14 июля 2019 год. Харьков. 50-я параллель северной широты.
слияние Луны и Юпитера, сближение. Два угловых градуса. Луна сама по себе 0,33 минуты, полградуса, грубо говоря. Вот между Луной и Юпитером нынче два угловых градуса. Красиво это смотрится, когда они в таком танго кружатся. Спутник Земли и Юпитер со спутниками.